13 июля 2020 года. Сегодня первый пасмурный день после кучи солнечных и жарких. Поэтому сниму небольшой обзорчик, что у нас происходит на топинамбурном фронте. Борьбы топинамбура и борщевика. Затруднюсь сказать, сколько дней уже выращиваю топинамбур, но по состоянию на сейчас топинамбур уже выше меня ростом. Он хорошо поднялся, хорошо вышел. И вот что самое интересное, вот тот второй рядок, это прошлогодняя посадка клубней в зиму. А вот этот первый рядок, это уже в этом году выковыривал из земли клубни, избавлялся от остатков топинамбура в дворе. И если поглядеть, то стартанули они примерно одинаково. Если не сказать, что передний рядок этого года стартанул получше. Это топинамбур. А что ж теперь у нас с борщевиком? Ну, борщевик есть. Есть он и среди топинамбура. Есть он и за его пределами. Но какой-то он невыразительный в этом году. Не знаю, что на него так действует, потому что я с ним особо здесь не борюсь, не боролся. Но год назад он здесь стоял у меня гораздо более красивой стеной. А сейчас что-то он какой-то такой хиленький, слабенький. Я не грешу, что этот топинамбур его уже поборол, но при том, при всем, борщевика у нас теперь мало. Ну и, как говорится, топинамбура у нас теперь много. Посмотрим, как дальше, когда отцветет топинамбур, как это все будет выглядеть. Но вот в этой полосе между елками и топинамбуром борщевика я не наблюдаю. Не наблюдаю даже попыток семечек выскочить сюда и что-то такое из себя изобразить. Так что борьба топинамбура с борщевиком пока я даю 1-0 в пользу топинамбура.